поскольку я не ожидала, что вы так далеко пройдете, придется разработать новую программу специально для вас. Я заметила, что вы двое стали очень близки. Не думаю, что мне это нравится. Синий, нехорошо так смеяться над оранжевым. Центр развития с гордостью сообщает следующие цифры. 9, 7, 57. Я слышала, что говорил оранжевый, и не знаю, как ты это терпишь. Я бы не вытерпела. У тебя терпение, как у святого. Синий, все пошло как раз по твоему плану.
Больше я молчать не могу. Ты мог бы решить эту задачу быстрее собственными силами, оранжевый тебе мешает. Ну вот, я это сказала. Оранжевый, мы с Синим обсуждали твое поведение во время последних испытаний. Вынуждена согласиться. Оранжевый оштрафован на 75 очков научного сотрудничества.
этих испытаний важна командная работа. Я не уверена, что могу доверять вам двоим. Извините, что пропустила начало того теста. Я говорила со сборочным аппаратом, что вы становитесь все более похожими на людей. Мы считаем, что это надо делать. Вы это делаете просто, чтобы меня позлить.
Синий. Как хорошо ты знаешь оранжевого. Ты ему доверяешь. А если я скажу тебе, что ты не первый напарник оранжевого? Я согласна, Синий. Это было весело. Внесу ясность, оранжевый. Я только что спрашивала Синего, доверяет ли он тебе. Я тебе верю. Ты мой любимый испытуемый. Синий, я согласна. Никогда раньше не замечала этого в оранжевом. Оранжевый, ты хочешь что-нибудь сказать? Верно, Синий. Оранжевый тебя не слышит. Что сделал оранжевый? Ты уверен? Спасибо. С твоей стороны было очень смело рассказать мне. Тунг-т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 унг
Да, я вас вижу. И нет, мне нет до вас дела. Да, оранжевый. Не считаешь ли ты, что Синий предал тебя, сказав мне такие ужасные вещи о тебе? Если бы Синий сказал такое обо мне, он уже никогда не добрался бы до сборочного аппарата. У вас все получилось. Что бы я ни делала, чтобы рассорить или уничтожить вас, вы продвигаетесь к цели. Продолжайте испытания. Неужели ни один из вас не стремится быть лучше другого? Такое ощущение, что вы просто машины. Да, оранжевый. Синий поступил очень глупо. Я согласна, оранжевый. Это было весело. В начале
этой зоны я беспокоилась, что вы слишком сближаетесь. Но в попытке вас разделить, я узнала кое-что важное о доверии и предательстве. Ваши модули слишком малы, чтобы чувствовать эти эмоции. Так что можно доверять вам на все 100%. Это последняя стандартная зона испытаний. Я по-быстрому собрала ее для вас. Подумала, вам захочется что-нибудь посложнее для разнообразия. Okay.
Thank you.
Поздравляю, вы закончили стандартный отрезок этой зоны. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы прошли еще один тест за пределами стандартной зоны испытаний. Прошу воздержаться от всяких ребяческих жестов, пока вы будете там. В конце этой зоны должна быть электростанция. Наверное, люди случайно отсоединили ее от моей сети. Уверена, это какая-то конторская ошибка. Отпушите клерки. Пожалуйста, думали, что выключатель где-то внизу. Вот,
Получилось. Вы включили систему. Все подключения работают. Я вижу все. Видите, ничего плохого не случилось. Прекрасно.